В этом выпуске мы поедем на Шошу со сходни. До Шоши 60 километров. На машине полностью загруженной. Еле доехали, конечно. Там поворот будет на Безбородово перед мостом сразу же. Материала очень мало было, поэтому все, что есть, выложили, а то, что слишком трэшовое, не стали выкладывать. Вот. Ну, в общем, смотрите. Камера, конечно, говно, на которую сейчас записываю. Вообще камеры нету. Снимали на разные телефоны. И соединять вообще тяжело было. Ставьте лайки, закидывайте донат. В общем, вся основная информация, координаты, все остальное будет в описании этого видео. И вот она, долгожданная встреча на горе. Подготовка к отъезду. Сейчас будем обсуждать. Начнем без Влады, потом Влада подключится. Будем обсуждать поездку. Всем подготовили Шошу, машину нашу. Загрузим ее завтра битком. Сделали термостат, генератор. Все, и готовы ехать. Покажи дорогу, короче. Дальше. Немножко газку поддал. Рыбак стоит с голым пузом, который в 4 утра уже рыбу ловил. Только ничего не словил. Только ничего не словил, да. Ты идем на встречу с небольшим крокодилом. Ну ты, крокодильчик, ты мой хороший. Вот, друзья мои, это крокодил, правда? Но не совсем крокодил, потому что это американский крокодил. А они все относятся к семейству аллигаторов. Но это и не совсем аллигатор, потому что это кайман. Это южноамериканский аллигатор, у которого короткая морда. Видите, какая короткая морда? Но это и не совсем кайман, потому что он все-таки немножко похож на крокодила. Его название научное. Его научное название – крокодиловый кайман. Вот так вот. Так что это и не крокодил, это кайман. Причем крокодил. Но, понимаете, вот так взять его на руки, чтобы он мирно сидел у меня на груди, я не могу. Вот могу так вот подержать, и то, видите, это просто чуть-чуть не достает. Вам не хочется, чтобы он меня тяпнул, правда? Отпускаю. Реально очень много.
воде так. Сигареты! Влада, плыви!